Хочу продемонстрировать вам гортензии. Вот смотрите, вот это Wim's Red. Я ее уже показывала, но она была еще белая. Вот так она уже сделалась такой яркой, красивой, с большими шапками, смотрите. Конечно, не такими, как у полярного медведя, вот он на заднем плане. Вот она была очень низко обрезана по весне, смотрите. А вот пенек, вот земля, то есть 10 сантиметров, две почки. А это уже новые молодые приросты, побеги. И вот смотрите, оно сразу зацвело, пышно, красиво. Она есть в наличии у нас. Кому интересно, обращайтесь.